Глава 50 книги пророка Исаии. «Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне». Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня. Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается голоса раба его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете».